Эпидемичная ситуация не выкликает заклопоченности, все по сезону. По словам медиков, зараз у Гомеле циркулируют негриппозные вирусы, которые выкликают острые респираторные захворывания. Зарегистрированы только один выпадок захворывания на грипп. Серьезных ускладнений после ВРЗ так само не зарегистровано. В ближайший час медики чекают росту колькости захворелых. Максимальные уровни заболеваемости мы и планируем на первую декаду февраля. Учитывая, какой будет прогноз, то небольшой подъем заболеваемости может быть. До росту колькости захворелых на ВРЗ у Гомелі готовы. В аптеках есть у необходимых объемах и ассортименте медпрепараты. На период уздыму городские поликлиники будут працевать и в неделю. Однако серьезной эпидемии все равно не чекают. Позбегнуть ее дозволить массовая вакцинация. Прищепки от гриппу зарабила больше за 40% населения. Политика в нашем государстве ведет на то, чтобы предупредить развитие этой заболеваемости. Потому что 1 рубль, вложенный в вакцину, экономит 15 рублей, которые теряет государство на каждом случае заболевшим. Прищепки прищепками, однако медики все ж таки рают заниматься профилактикой, не переохолодживаться, позбегать шматлюдных местцев, притримливаться элементарных гигиеничных правил. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».